Давайте представим, что у нас есть два последовательно соединенных резистора, причем сопротивление первого резистора меньше, чем сопротивление второго. Можно привести очень классную аналогию с дорогой, которая сначала была широкой, а потом, знаете, как вот это бутылочное горлышко и становится узкой. Обычно в этом месте как раз появляются пробки. Мы с вами видим, что какое количество машин въезжает вот здесь вот в широкую дорогу, такое же количество машин должно потом въехать в узкую дорогу. И получается, что сила тока меняться не будет. А что же касается напряжения, это работу, которую должен совершить ваш автомобиль, чтобы переехать отсюда до сюда. Естественно, это общая работа, должна быть равна работе по проезду вот этой первой части дороги плюс работе по переезду второй части дороги. А теперь, если вспомнить формулу закона Ома для участка цепи и подставить сюда, получается ИР общее равно ИР1 плюс ИР2. И сокращается, и получается R общее равно сумме сопротивлений.